Курс на инвестиции должны взять не только власти края, но и районные администрации. Приморье – один из регионов-пилотов, где провели мониторинг инвестиционной привлекательности. И после масштабного опроса оказалось, что пока препятствий для бизнеса слишком много. Сейчас задача в Приморье – изменить положение дел. Оцениваем эту позицию как возможности более такого ускоренного роста. И это важно. Одна из мер – внедрить у себя удачный опыт работы с бизнесом других регионов. Своими успешными практиками они готовы делиться, но участвовать в этом процессе должны не только краевые власти. На этом семинаре предприниматели, представители краевой власти, агентства стратегических инициатив и районных администраций Приморья обсуждают результаты мониторинга, что и как исправить. На ту среду, в которой живут люди, на ту среду, в которой работает бизнес. И чем качественнее, чем серьезнее администрации муниципалитетов, власть на местах подходит к вопросам формирования инвестиционного климата, тем больше отклик, положительный отклик инвестора получает конкретный муниципалитет и конкретный субъект потом в целом. Еще одна тема – создание территорий опережающего развития. Закон о торах тоже должен помочь сделать Приморье более привлекательным для бизнеса, поэтому долгожданный в крае. В современной ситуации перед Дальним Востоком стоят особые задачи по привлечению инвестиций, так как именно на сотрудничество с бизнесом Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня большие ставки. Евгения Колесникова, Максим Малыгин, Александр Бугаков. Панорама.